Поздравляю с победой. Тяжелой победой. Поделись своими впечатлениями о прошедшем матче. Тяжелая игра, получилось много борьбы. Поле искусственное, немного непривычно. Мяч быстро катается, потому что влажно. Тяжелая игра. Хорошо, что выиграли. Считаю, что соперники переиграли. До своих ворот ничего не дали им создать. И у самих было достаточно количество моментов. Один из них мы реализовали. Альберт, довольно легко вписался ты в команду воронежскую. Насколько тебе комфортно душевно и по спортивному принципу? Насколько тебе сейчас комфортно в «Факеле»? Ну, мне все устраивает. Просто команда играет в футбол. Я сам играю в футбол, поэтому, наверное, ничего сложного не было. Влился в коллектив, команда играет. Мне это удобно. С какими планами? Что ты ждешь от выступления в Воронеже? Надеюсь, чтобы команда вышла в первую лигу, а там посмотрим. Спасибо, с победой.